Опа, заказик прилетел, ребята. Подача 1,5 километра. Здравствуйте. Добрый вечер. Пододвиньте сиденье, пожалуйста. Да, конечно. Нормально так? Или... Да, угу. Добро пожаловать в Яндекс.Такси. Помните о безопасности. Не забудьте пристегнуться. Поездка по Яндекс.Навигатору займет 16 минут. Там выезда нет. Радио Эрмитаж. Радио Эрмитаж? Да, 91. Угу. Ну, у нас с вами немножко другой тариф. У нас класс эконом. И, в принципе, как бы... Ну, просто Эрмитаж — это такая скучная музыка. Ну, мы сейчас не можем никакой панк хаус танцевальный. Да? Да. А фоном это будет просто прекрасно. У меня есть своя музыка клевая. Алло. Я в курсе, но сейчас все сделаю. У меня тут на компе как бы все открыто, я подключаюсь. Так что сейчас денег закинем. Все будет в порядке. Да. Слушай, не, братишка, фусить я как бы не готов. И так уже башка ватная, не смогу все делать. Поэтому давай обратно в другой раз лучше. Давай, короче, скоро будет. Эрмитаж такой он слушать по итогу, нет? Да мы же с вами вроде договорились на мою музыку, нет? Ну ладно, окей. Сегодня ваш вечер. Как город-то гуляет вообще, нет? Да, наверное, гуляет. Я не гуляю, я работаю, бабосики зарабатываю. Бабосик, волонбосик? Да. А что привело в такси? Почему? Ну, с учебой удобно совмещать, не напрягает. Выхожу в любое время, когда мне удобно. А где вы учишься? В политехе. Специалист? Инженер-проектировщик. Интересно, подводная лодка к нему приедет? Нет. На гособорону? Здание и сооружение уникальны. Слушай, строительство всегда дело хорошее. Извини, что я на «ты», но как-то так. Ну, я согласна, на самом деле, да. Нам в кармашек, да? Да, все верно. Придурок какой, а? Давай за ним, слышишь, что-то он охуевший. Подожди, не трогай, слышишь, сейчас скажу. Слышь, ты что делаешь-то, а? Ты что делаешь? Ты нормальный или нет? Там у меня, в принципе-то, фигня. Там немного. Там как царапка такая. Ну чего там? Да что, я посмотрел, у тебя притерто, я с него денежку снял, тут пятачок тебе. Пиздец. Серьезно? Меня, конечно, разозлил, блядь. Вася. Ну вообще, ну как так отсюда, можно? Короче, спустись быстрее. Посмотрел, тебя реально там повернуть. Да я посмотрела уже там, нормально, да. Ну, то, что 5000 срубили. Спасибо. Тебя кофе, поехали. Дома-то хотя бы там придумал. Я не знаю, меня прям так трясло, я готова была выйти его и убить, мне кажется. Просто ненавижу таких водителей. Дятлов таких вообще по зеркалам не смотрят. Ну. Слушай, если на них на всех тратить свое время, то нервы, ни к чему это не приведет. Ну, я согласна, но, блин, ну я бы 5000, наверное, стрясти не смогла бы. Ну, там какой-то обгашенный товарищ сидел. Да? Да, ты ему там в лицо тыкаешь, что не тыкаешь. Он, в принципе, все отдаст, главное, чтобы не уехать никуда. Mm-hmm. Да ты сама видела, какая-то херня тонированная в круг едет вообще. Ну, придурки, правда, что вообще, конечно. Слушай, я, честно говоря, в свое время, у меня был опыт катания, у меня был полный седанчик беленький, я тоже думал, сейчас я тут, блядь, на фрилансе будет пуля, блядь.
3 месяца, 4, короче. Ну, я что-то, видимо, по распиздейски подошел к вопросу. Я особо не углублялся во всю эту херню. Короче, не знаю, вот работенка такая, здесь всякое бывает. Я сам помню, возил людей, это пиздец. Ну, конечно, там это... сзади были пьянки, когда. Бывало дело, даже ко мне приставали. Ну, а что там, мадам, которая после караоке. Ну да, я согласна. Короче, нам направо. Направо. Ты заказ-то заверши тогда, чтобы не капало дальше. А то я с этим Васей еще общался, там кто знает сколько. Угу, 285 рублей получилось. Может, все-таки Эрмитаж уже включу? И расслабишь меня немножко. Да у меня нормальная музыка, зачем это Эрмитаж? Я просто не люблю такие радио вообще просто. Это вообще не перевариваю. Вообще я такое не переношу. Я когда на комфорте работала, мои нервы ненавидела все эти песни, которые меня просили включать. Это вообще уже было какой-то. Кофейку сейчас хлебну. Полегчаю какого-нибудь сладенького. Ну ты какой кофе? Да я не буду кофе. Меня хочу. Угостишь, а себя нет. Да. Ты что, выспалась? Угу. Да я уже скоро заканчиваю, в принципе, работать. Время много. Сегодня не планировала завтра до поздна. А, сейчас каникулы у меня. Ай, ну что, я вроде недолго, вот коктейльчик я тебе все-таки взял. Спасибо. Можно было не брать его. Ну, спасибо. Должна будешь. Ну, за 5000-то точно, да. Ну, в принципе, я там не сильно поцарапал, я посмотрела, сейчас там нормально. Да, там ерунда. Да тебе так бампер немножко покоцан, это же такси. Ну, я знаю, мне все равно его менять, этот бампер, да. Так что нормально. А что, у тебя вечер-то куда? Ты зачем уже? Домой или только на смену? Да, я домой, все, заканчиваю уже работать и все. Я, честно говоря, тоже что-то уставший. Да? Ну, что-то после вот этого мероприятия, этого с этим мальчуганом. Ну, да, согласна. Что-то, конечно, подбодрило. Ну, это вообще неприятно было. Так если не торопишься, может, что кого? Фигу попьем еще, успокоим. Нам направо. Нам направо? Сильно занята на тебе это за? Домой, да. Я планировала уже заканчивать работу, все. Какие персонажи доходят? Ну, еле идет на эти каблуках. Как можно не любить Кучину, ты не скажи. Своя атмосфера, вот такие персонажи твои. Не, ну это смешно, он сам еле-еле шагает. Ну что ты? Что, все хорошо. Конечно, хорошо, руки-то что, холодные? Все нормально. Ну, замерзла просто. У меня всегда холодные руки, на самом деле. Ну, это хорошо, и плохо. Бля, вот так и знал, будет какая-то залупа, бля, честное слово, бля. С работы, блядь, уволили, время первый час ночи, блядь. Ну, бывает. А составишь меня наедине с собой, с самосжиранием, что ли? Всякое да бывает ладно, давай жизнь. Хоть созвонимся. Номер я не могу вам свой оставить. Ну, это все ерунда, ты понимаешь, что я его возьму из приложения, я же для тебя как-то дозвонился. Ну, это да. Но если не сегодня, так завтра. А если не завтра, так послезавтра. Ну что ты в самом деле, давай созвонимся. Ну у меня есть молодой человек. Так я же тебе не предлагаю постель в самом деле. Ну что ты в самом деле? Такая пусть общеизвестное слово. Может, мне интересен твой внутренний мир. Молодой человек, я не верю в дружбу между мужчиной и женщиной. Я просто в это не верю. Это бывает. Партнерские отношения. Ну тоже лучше не стоит, из практики знаю. Заканчивается все печально. Так, ну что, бухали тут? Запотела все к чертям. Я нет. Может, да. Ладно, я кошечка сам приоткрываю. Угу. Почти, мы почти приехали. Все, мы сейчас все уже вас. Да, только там еще во двор надо будет повернуть. Темный. Да? Да. У меня хорошая трешка, спокойная, тихо. Есть бутылочка венца дома. Это все, конечно, очень само собой. Соблазнительно, но увы и ах, я не могу, к сожалению. Вот здесь вот у этого подъезда к интернате. Угу.
Ну, у вас безналичная оплата. Мы уже завершили поездку. Ну, это точно, давненько. Так, давай вещички соберу свои. Ничего, главное, не забудь. Ну, телефон, конечно, оставить. Да нет, спасибо большое. Ну что, пойдем, я тебя хоть обниму на прощание. В самом деле. Че тебя обстрелить? Ну, пойдемте. Откуда такие вообще берутся-то, боже мой, а? Фу, вот сколько работала, никогда в моей практике такого не было. Всегда все было нормально. А сейчас просто какой-то просто полный пиздец. Все, короче, я от него уехала. Единственное хорошее, что хочу сказать про этого человека, то, что когда меня подрезал тот идиот, этот мужчина взял с него 5000 рублей. Хотя по факту, на самом деле, это стоит намного дешевле. То есть то, что мне там полирнуть, ну, блин, я сама могу это полирнуть, я умею полировать. Вообще какая-то поездка странная, правда. Ну, 5000 зато заработала. Я, кстати, последовала совету моих подписчиков, которые писали про то, что мне нужно соглашаться, выходить с парнями из машины, да, там куда-то, а потом быстро садиться в тачку и уезжать. Но мне единственное не повезло то, что, блин, задним ходом пришлось сдавать в дворе. Ну, пофигу, я справилась, уехала. Фу, что только не встретишь. Сейчас поддержку напишу заранее, чтобы про меня там, не дай бог, он ничего плохого не написал. А то мужики же такие обижаются сразу, что если им девушка отвечает невзаимностью, то они сразу там это бушевать начинают, будут какие-нибудь гадости писать. Что я напишу в поддержку. Ну, что хочу сказать. Это был мой последний заказ. Я больше не хочу сегодня работать. Спасибо. Не буду выкладывать смену целиком, потому что остальные пассажиры просто здравствуйте, до свидания. Ну, обычная работа. Это не так интересно. Вот, выложил вот этого персонажа. Спасибо вам огромное за просмотр. Ставьте большие пальцы вверх. Пишите комментарии. И обязательно подписывайтесь на мой канал. Всех люблю. Пока-пока.